Для компактного кроссовера DS3 обновление обернулось потерями. Исчезло слово «кроссбэк» в названии. Ушли в историю две модификации с DVS. Но плюсы тоже есть. Во-первых, обновленная фронтальная светотехника. Во-вторых, более стильный и современный вид за счет отказа от крупных хромированных элементов. А в-третьих, новый цвет — Diva Red. В салоне появился новый мультируль и пропал 7-дюймовый дисплей базовой мультимедийной системы. Отныне у всех версий экраны 10-дюймовые. Качество изображения камер кругового обзора улучшилось, изменился дизайн колесных дисков, которые могут быть 17 или 18-дюймовыми. Тем, кому нужен автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, предлагают либо бензиновую турбо-тройку 1.2, либо 1,5-литровый турбодизель. В первом случае можно выбирать между механикой и автоматом, во втором — только автомат и без вариантов. А вот электрическая версия сделала шаг вперед. На 60 километров увеличился запас хода. Теперь он превышает 400 километров. Естественно, выросла емкость батареи, хотя и не радикально — с 50 кВт-часов до 54. Мощность электромотора тоже подросла и теперь составляет 156 лошадиных сил, что на 20 больше, чем до рестайлинга. В придачу на специализированной зарядной станции всего за 25 минут можно зарядить аккумулятор на 80%. Правда, и стоит экологически чистый DS3 на четверть больше своих собратьев с двигателем под капотом. Премьеру DS3 приурочили к одному из мероприятий в рамках недели высокой моды в Париже. Выпускать автомобили будут во Франции, на родине бренда DS и его родительской марки Citroën. Кстати, не ограничиваясь автомобилями, компания Citroën обновила еще и собственный логотип. Причем это тот случай, когда история совершает петлю, ведь новая эмблема практически повторяет самый первый символ марки, появившийся больше века назад, в 1919 году. Между прочим, тот знак был придуман самим Андре Ситроеном и изображал им же изобретенную шевронную зубчатую передачу. Кроме того, в истории марки нынешний логотип — 10-й по счету. Тоже своего рода юбилей. Заодно обновили и шрифт, которым написано название марки. Новая символика очень скоро появится и на продукции компании, и на ее официальном сайте.